привет! Вы на канале Анастасии Кальченко «Сделаем сами своими руками». Как вы помните, в прошлом видео я делала вот такие вот цветы. Теперь под эти цветы мне нужно сделать вазу. Итак, ваза будет большая. Будет состоять из 200 модулей. Мне понадобилось 2000 с лишним модулей. Сколько точно, я скажу в конце. Размер модуля 16-я часть от листика А4. Цвет вы можете взять абсолютно любой, какой вам понравится. Особых каких-то узоров из модулей, которые я буду делать на вазе, не будет. Она будет просто обычная ваза. Я взяла... Цвета тоже разные, я не буду делать никаких узоров из цвета. Начинаться она будет у меня из разных бежевых, вот у меня есть светло-розовый, светло-желтый. Когда закончатся эти цвета все у меня, я продолжу белыми модулями. Просто оставались листики, я решила их использовать на эту вазу. Итак, приступим к сборке вазы. С 1 по 26 ряд включительно у нас будет по 16 модулей. Я буду делать вазу, начну делать с конца, с горлышка. Не сначала, как это обычно всегда было, вазы я делала, теперь буду делать с горлышка. Итак, длинной стороной модуля на себя по 16 модулей в ряду, в одном, и всего пока в горлышке будет 26 рядов. Итак, смыкаем поделку в круг и продолжаем до 26 ряда. По 16 штук. Итак, тут у меня 26 рядов по 16 модулей. 27 ряд будет у нас состоять из 24 модулей. То есть мы один модуль надеваем как обычно. Далее мы модуль добавляем в ряд вот таким вот образом, ни на что не надеваем, просто вставляем между модулями, и на него мы надеваем два модуля, один, второй. Следующий модуль обычно надеваем на два краешка, далее добавляем. И надеваем сверху два модуля. Один надеваем, как обычно. Следующий добавляем. Надеваем, как обычно. Добавляем. Надеваем, как обычно. Добавляем. Надеваем. Добавляем. Опять надеваем. Добавляем. Это у нас 27 ряд.
28, 29, 30, все состоят из 24 модулей. Далее просто надеваем, ничего никуда не добавляем, просто надеваем. Итак, я сделала 30 ряд. В 30 ряду у нас 24 модуля. В 31 ряду у нас будет 36 модулей. То есть мы также, как и в 27 ряду, добавляем один модуль между модулями. Надеваем сверху два модуля. Рядышком надеваем просто один модуль. Опять добавляем. И просто надеваем. И так далее. Это 31 ряд. И так до 36 ряда включительно. То есть 32 ряд мы просто надеваем модули, ничего не добавляя. Просто надеваем. А в 31 мы добавляем. Итак, в 31 ряду у нас 36 модулей. Теперь 32 ряд тоже 36 модулей. По 36 ряд включительно у нас 36 модулей. Итак, 36 ряд, 36 модулей. Следующий 37 ряд тоже добавляем модули, так же, как и в предыдущих рядах. Добавляем до 54 модулей. То есть то же самое. Один надеваем, как обычно. Один добавляем. И сверху надеваем еще два модуля. Итак, это 37 ряд. И здесь 54 модуля. 38 и 39 ряды тоже по 54 модуля. Скажу насчет цвета. Здесь какого-то особенного узора нету. Можете брать любую бумагу, любого цвета и делать эту вазу. У меня пошел уже белый цвет, белые модули. Израсходовала я свои модули в желтых тонах. Итак, 38 и 39 ряды, 39 ряды, 54 модуля. Итак, 39 ряд, 54 модуля. Сороковой ряд у нас будет 63 модуля. То есть мы 5 модулей надеваем, как обычно. Пять, как обычно. Шестой добавляем. Опять 5, как обычно, модулей. Итак, это 40-й ряд. Здесь 54 модуля. Ой, 63 модуля. 40-й ряд, 63 модуля. 41-й ряд, тоже 63 модуля. То есть, как обычно, надеваем 63 модуля. И вплоть до 56 ряда включительно у нас будет 63 модуля. По 56 ряд включительно 63 модуля. Итак, это у меня 47 ряд.
Напомню, с 40 по 56 ряд у нас 63 модуля. В течение сборки этих рядов нужно поделку выгинать вовнутрь, округлять ее как бы. Вот так вот округляем потихонечку. Итак, 56 ряд, 56 ряд, 63 модуля. Далее 57 ряд, будет 42 модуля у нас в 57 ряду. 42 модуля. Таким образом мы надеваем на 3 кончика 1 модуль. На 3 кончика 1 модуль. И так по всему кругу. Итак, 57 ряд у меня на 3 краешка модуля. Я одевала 1 модуль. И в 57 ряду у меня 42 модуля. В 58-м, 59-м рядах тоже по 42 модуля. А 60-й ряд заключительный тоже 42 модуля, но я надевала модуль короткой стороной. Вот. Такая вот ваза получается. Теперь нужно сделать подставочку под нее и украсить. Подставку под вазу делать очень легко и просто. В первом ряду 4 модуля. Четыре модуля. Смыкаем в круг. Дальше следите за моими действиями на видео. Thank you.
так это выглядит, наша ваза. Вот она, подставочка. Вот наша вся ваза. И у меня полностью на всю вазу и на подставку ушло 2333 модуля. Размер А4 листик на 16 частей делим. Теперь я ее буду украшать. Декором будут служить цветы из оригами модулей. Итак, вазу я сделала, теперь нужно ее украсить. Украшать я ее буду цветами из оригами модулей. Размер модуля 64-я часть от листика А4. Мне понадобятся оранжевые модули, синие модули, это для цветов, и зеленые разных оттенков, темные и светлые, это для листочков. Итак, будем делать цветы. В первых двух рядах нам нужны будут оранжевые модули в цветочках. Их будет у нас по 18 штук. Восемнадцать в одном ряду, 18 во втором ряду и 18 синих модулей в третьем ряду. 18. Итак, делаем первый ряд. Длинной стороной на себя модуль. Два штучки берем. Второй ряд у нас тоже оранжевый. Короткой стороной закрепляем. Закрепляем короткой стороной. И сразу делаем третий ряд, чтобы крепче держалось модули все-таки маленького размера. Тоже короткой стороной третий ряд синий модуль. Ну и дальше продолжаем, пока у нас не кончатся наши 18 модулей. В первых трех рядах 18, по 18 модулей у нас. Дальше все просто. Переворачиваем поделку. Теперь нужно нам четвертый, получается, ряд у нас. Тоже будет у нас тут 18 модулей. Надеваем 2 модуля. Сверху еще один. Вот так вот. Рядышком опять 2 модуля. И дальше мы пропускаем 2 краешка и надеваем сюда 2 модуля. Ой, один модуль. Один, один. Дальше. Еще 2 модуля. И сверху один. Таких цветочков я сделаю 5 штук. Вот такие вот простые цветочки будут украшать нашу вазу. 5 штучек будет таких цветочков. Дальше будем делать листики. Листики тоже очень просто делаются.
Я взяла зеленый трех разных оттенков. Но это будут разные листики, я не буду перемешивать модули. Вы как хотите, вы можете перемешать модули. В одном листике будет 19 модулей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, листики делаются проще простого. Один краешек модуля мы надеваем на один краешек, в один кармашек. И так 8 штук. 3, 4, можно 9. 9 штук. 9. Дальше в зеркальном отражении надеваем. Чтобы их соединить, нам нужно в другую сторону их надеть, на другую сторону. Теперь эти две стороны нам нужно соединить, сверху скрепить модулем одним. Вот такие листики будут украшать тоже нашу вазу. Это все нужно приклеить к вазе. В данный момент у меня уже клеится 3 цветка. Еще надо сделать один. И листики приклеиваются. Но это требует времени. Так что результат будет немножко попозже. Вот такая вот получилась ваза. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. А также подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока!